добро пожаловать на мой YouTube канал. Вот смотрите, если у вас free план, вы можете только 5000, да, друзей иметь, как в Фейсбуке. Если у вас Pro 10000, если Pro Platinum, сейчас дискаунт на Pro тоже вы можете за $100 купить, тоже half price. Вот смотрите, что вы получаете бенефит. Вот у них unlimited, а у вас 50, если при максимум бизнес контакт. Вы можете это все sort by сделать. И вот смотрите, remove banner ads. Вы можете, когда вы про выключите эту рекламу, и вообще не видно будет. И самое главное, что у Pro есть, это, я считаю, что Unlock 5 левелов, да, это очень важно. Поэтому очень советую, что покупать Pro. Это главное, потому что вы теряете рефералы. Это только, вы никогда не знаете, когда будете кого-то регистрировать, да, под вас кто-то celebrity, инстаграмер, ютубер, и какой-то email маркетер зарегистрируется один, и он может за ночь привести несколько тысяч людей. Поэтому очень важно покупать Pro, а не Pro Platinum. Вот Pro Platinum вы сами видите, да, какие дополнительные. У них даже вот можете локацию все искать. Вот смотрите, advanced search, вы видите, да, location, локацию, age, вы можете, сколько у них, это самое, например, вы ищете, да, что-то продаете, и аудиенцию ищете, и только этого аудиенцию вы будете рекламировать, это все вы можете искать. И когда про Platinum, да, даже если не ваш фолловер, да, вы можете его писать, и все видит его. Вот смотрите сейчас, 10% revenue share каждым этим рефералом, но процентов matching вы теряете. Сколько ваши рефералы будут зарабатывать, да, 5 уровней, вы то же самое будете получать. Вот смотрите, это вы, L1. L2 это уже ваш реферал. Это третий левел вашего реферала, это зарегистрировано. Там четвертый и пятый. Поэтому вы видели, я показывал скрин, что вы можете столько кого-то пригласить, но вы прямо не знаете большого инстаграмера, ютубера, но кто-то и под вас, да, обязательно кто-то найдется, что одного человека такого пригласит, что он приведет тысячи людей. Вот смотрите, сейчас очень важно, что 50% у него про дискаунт. Это закончится очень скоро, да. Это самое, когда зарегистрируете, тогда про, но сейчас у них дискаунт. И очень важно покупать про сейчас, потому что это очень будет. Сейчас скоро Mobile App выйдет, и это уже не будет. Для про Platinum, у кого есть и про, уже отдают Mobile App для пользователя, для тестового режима. И сейчас, через неделю уже все Pro будут сначала иметь это мобайл аппликацию, и когда мобайл аппликация выйдет, все будут покупать Pro, потому что сами видите, как выгодно это Pro покупать, а то все эти рефералы не теряются. И что они будут зарабатывать, да, то же самое, да, вы будете зарабатывать эти лайки, комменты, и что они будут покупать,
дальнейшем от травла, от этого, это все вы потеряете. Поэтому очень важно сейчас покупать ПРО. Спасибо. Hi, I'm John Burbage from Denver, Colorado, in the United States. This is my earnings that I've done on WebTalk over the month of September. And Revise is going to talk to you about these earnings in Russian. Thank you, John. Спасибо большое. Вот смотрите, сейчас John показывает свой screen и показывает, что вот у него level 1 только 249 рефералов. Если он не купил бы, да, Pro Package, у него не было бы, не, только остался бы 249 и не больше. А Pro Package, когда покупаете, это все у вас открывается. Level 2, level 3, level 4. И смотрите level 4. Здесь у него Scott Gerard, который вы, наверное, знаете, у него 14811 рефералов. Поэтому вот кто-то ваших рефералов никогда, может быть, это будет первый реферал, а как у него в четвертом левеле выстрелит, и вот такой у него 23231 реферал, и сами видите. И главное здесь, что вот сам он заработал первый левел 2,69, и проценты, смотрите, не смотрите только цифры, да, смотрите, 16% больше, 160% больше левел 5. Вот это очень важно, что у вас сами приглашаете только 249, и под вас кто-то или аффилиат-маркетер, или инстаграмер, или ютубер зарегистрируется и может взорваться по вашей реферальной стока. Это очень важно. Please, can you scroll down a little bit? Вот смотрите, 3850 у него уже рефилал аффилиат. Это значит, они уже кого-то уже регистрировали, и у них уже рефералов есть. Вот это лучше. Смотрите, у него 12 только про кастомеров, да? И здесь не кончается. Вот смотрите, в следующем месяце, наверное, откроется, да, уже Marketplace, Travel, Job Services, Shop, и еще много добавится здесь. Отсюда реально будет деньги приходить. Вот аппликация, когда увидите, да, вы увидите, у него 23 тысячи. Многие будут покупать Pro, потому что вот видите налево Banner Ads, да? Mobile App, когда видит, это минимум 50%, да? Вы сами знаете, что когда Mobile App выходит, обязательно все 1000%, любой компании, имеет значение, это социальные сети, или вы просто статистику в Google посмотрите, сколько процентов вырастает, когда Mobile App выходит. У него столько людей просто сейчас ждут Mobile App. Mobile App, когда видит, у него взорвется просто про покупателей и рефералов тоже, потому что они реально будут там лайк, коммент, и вот у них про покупать, и представляете, 23 тысячи будут покупать, и каждый у него левел 4, левел 3, у него доход будет вырастать. Please, can you show me the little scroll down? The other way? Yeah, other way. Yeah, yes. Can you show me the live earnings, please? The which thing? Live earnings. Yeah. Вот смотрите, каждый месяц у него. Каждый месяц. 1025. Total paid. Это все реально, это не Photoshop. Вот сейчас только Painter и Stripe есть, но добавляется
Can you scroll down a little bit? Scroll down. I don't know where to go. This way? You cannot see. Скоро будет PayPal и остальные payment методы тоже. Вот это я, вот люди мне, мои рефералы всегда спрашивают, почему у меня нету Pioneer и Stripe только в Америке, по-моему, да? Вот биткоины будут прямо на вашу карточку будут, у них в WebToken тоже будет как кредит-карта, да, онлайн-банкинг у вас будет, и очень легко потом вывести деньги. И это будет... Can you press the dashboard, please? Yeah, I want to just tell you that that money was put, that $207 was put directly into my bank account, okay? Он говорит, что прямо его банк и счеты пришел. Yes. And can you tell me about L4 and L5? You have the very active people about them. I'm sorry? Can you tell me about L4 and L5? You have very active people under you and who they are? I have a person on level 3 that is very active, and he's put almost all of the 14,000 people into this the business. So with 14,000 people on my level 4, it's not surprising that I've made $22 this month off of those people. And if I can find a way to get more of those people active, this number will go up. Вот сейчас он объясняет, что level 4 у него активнее. Мы уже знаем, что это... can you name it for the name? Is it Scott Gerard and another famous web talker, or you don't know? The person on level 3 that's bringing in most of these people, his name is Josef Prainer. He's from Austria. And he's just got a way that he's finding a lot of people. What у него level 3, да, из Австралии кто-то, он сказал его имя, и потом идет Скотчера, который очень активен на ВебТоке, в Ютубе у него много видео, если вы уже смотрели по-английски. Он мне лично регистрировал, и много у него рефералов тоже. Thank you very much for showing this.